Хотя залы Центра искусств имени Марка Ротко по-прежнему закрыты для посетителей, сотрудники центра находят иные способы делиться интересным творчеством с горожанами и гостями города. Совсем недавно в витринах городских заведений появились разнообразные керамические работы, созданные в рамках симпозиумов и биеннале керамики и включенные в коллекцию Ротко-центра. Группа творческих работ санкт-петербургской художницы Анастасии Чариной «Август» сейчас экспонируется в витрине Центра культуры Даугавпилсского края «Варпа». Эта мини-выставка будет находиться здесь до конца марта. В свою очередь, в витрине Даугавпилсского центра туристической информации можно увидеть творение сразу 5 керамиков. Помимо этого, арт-центр имени Марка Ротко ведет диалог и с другими местами, в которых могли бы разместиться художественные творения прошлых лет. Сейчас, когда мы не можем пригласить посетителей к себе в гости в Ротко-центр, мы хотим показать ту коллекцию, которая накопилась в течение последних лет. Это уже 8-й год с момента открытия арт-центра, и наша коллекция действительно велика. Нам есть чем поделиться. Поэтому, учитывая ситуацию, мы решили использовать помещение вне нашего заведения. В данный момент происходит активный диалог, и вероятнее всего предметами искусства пополнятся и другие витрины в городе. Активная работа ведется и внутри центра Ротко, где завершается обновление сектора А. Ранее это пространство было целиком посвящено жизни и творчеству метра абстрактного экспрессионизма, но теперь концепция немного изменилась. Часть помещений будет представлена объектами искусства из коллекции центра, тем самым показывая его художественную жизнь с момента открытия заведения. Вместе с этим в секторе были перекрашены стены, улучшено освещение и проведены другие работы. Здесь представлены художники, которые завоевали мировую славу и при этом родились в Даугавпилсе. Также это те, кто участвовал в наших первых симпозиумах. Это и те известные люди, благодаря которым наш арт-центр может существовать без лишних трудностей, закупать предметы искусства, содержать помещения для выставок и заниматься экспозициями. В настоящий момент объявлен прием заявок на участие в конкурсной выставке художников Латгальского региона «Легализированные фантазии». Чтобы подать заявку на участие в этой выставке, необходимо заполнить регистрационную анкету и до 10 марта включительно прислать ее на электронную почту rotkocenters@gmail.com, прикрепив фотографии заявляемых работ. Выставка запланирована с 16 апреля до 13 июня этого года. Сотрудники центра надеются, что через несколько месяцев ограничений станет меньше, и любители искусства смогут посмотреть эту и другие экспозиции. Больше актуальной информации на сайте rotkocenters.lv. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилской городской думы.